Подарок ко дню Татьяны. 340 студентов получат места в современном общежитии на Соминке. На торжественном открытии нового корпуса побывала наша съемочная группа. Начался с зажигательного флешмоба. С поздравительной речью к студентам обратился глава региона Андрей Шевелев. Студенческий городок, о котором было столько разговоров, начинает обретать яркие очертания. Общежитие, бассейн. Не за горами тот день, когда будет рядом многофункциональный спортивный комплекс. Это делается только для того, чтобы действительно, получая образование, два момента играли самую определяющую роль. Желание этого получить образование – и именно способности получить качественное образование и хотеть работать на территории региона, все свои знания отдавать для того, чтобы наш регион действительно процветал. 4 года назад на этом месте был пустырь. Теперь здесь 2 современных корпуса студенческого общежития. 2 года назад студенты заселили один из них, сейчас настала очередь второго. Не так часто, к сожалению, в России это происходит. Но приятно, что это происходит на нашей Тверской земле, в городе Твери. Совместные усилия администрации региона Андрея Владленовича. Всегда университет отличается креативностью, даже в сегодняшнем открытии. Хорошая ясная погода, хорошее настроение. Новая точка отсчета для развития города, университета, региона. С праздником, дорогие друзья! Я бы хотел пожелать всем, а поскольку учиться приходится теперь всем, действительно, делать это с удовольствием. А вот этот прекрасный объект, который действительно, мы сейчас войдем, посмотрим, он очень комфортабельный, современный, вот вызывает радость то, что ребята, которые будут жить в этом общежитии, будут жить в совершенно современных условиях. И надеюсь, поэтому и учиться будет лучше. Единственное, о чем приходится сожалеть, отметил Андрей Белоцерковский в своем выступлении, вот корпуса на 340 мест не снимает остроты нехватки общежития вуза.